В преддверии своего профессионального праздника балхашские спасатели устроили традиционный смотр спецтехники. Школьникам города показали обмундирование пожарных, инструменты, которые используются для помощи пострадавшим в ДТП, и показали, как работает техника. Смотрите в сюжете подробнее. Мы оказываем доврачебную помощь до прибытия в стационар, то есть в больницу. Сотрудник трассового медико-спасательного пункта показывает школьникам, каким оборудованием пользуются на выездах при ЧП. В арсенале специалистов есть аппарат для вентиляции легких, дефибриллятор и даже набор для проведения экстренных родов. С начала года спасатели оказали помощь больше 50 пострадавшим. Сердце бьется неравномерно, не по синусовому ритму, то есть неправильному ритму. Когда она неправильно бьется, мы используем ее. Специальные кусачки помогут достать человека из покореженного авто при ДТП. Под давлением инструмент может перерезать обломки любого металла, а значит, есть возможность спасти жизнь пострадавшего. Мы познакомились с инструментными кусачками, которые можно использовать на воде, на земле. Они перекусывают металлы и давятся силой около 3-4 тонн. Техника удобная, современная, ей удобно резать металл, быстро, не надо ничего подготавливать, полностью ручная. После школьники ознакомились с техникой и обмундированием пожарных. Специалисты рассказали, сколько тонн воды вмещает одна машина и откуда она подается. Кроме того, подросткам показали огнеупорные костюмы, которые выдерживают до 200 градусов и используются при испарении ядовитых веществ и паров. Акмарал Хасина, Серик Кисебаев, Оркин Медиа.